Жителей региона ждет путешествие по просторам Вселенной. Ивановский цирк принимает столичную цирковую программу «Ореолос». Спектакль, который увидят жители и гости города, переместит их в разные уголки галактики. Зрители ждут выступления воздушных гимнастов, жонглеров, необыкновенные номера, сочетающие элементы акробатики, танца, музыки. Серьезную режиссерскую работу оценили руководители Росгосцирка. Маленьких зрителей удивят выступления экзотических животных – лам, верблюдов, яков, бизонов, дикобразов. Взрослым гостям придется по душе качественная музыка и профессиональная работа со светом. Премьера запланирована на субботу, 23 сентября. Мы основу для этого спектакля взяли из выпуска Московского училища эстрадного циркового искусства имени Румянцева-Карандаша. Это тот самый пример взаимодействие Российской государственной цирковой компании и училища Румянцева-Карандаша.